Ну, в общем, так получилось, что у меня всего-то 14 минут. На то, чтобы снять то, что я хочу. И я бы все-таки хотел чекать изображение через телефон. Поэтому я пока не знаю, в фокусе я или нет. И вообще, какой там кадр. Просто у меня кончилась вот здесь батарейка. И я заряжаю ее от Powerbank. Я прям такие большие чувства сегодня испытал по поводу от того, что происходит, что у меня прям нет сил. У меня просто ни на что больше уже нет сил. Но я сейчас прочитаю это письмо. Не знаю просто, куда я буду это все записывать, потому что, ну, прям вот, я не понимаю. Сейчас вот, конечно, попробую стереть. Ну, конечно, очень много я тут материала снимаю, причем в самом каком-то экономном режиме. Время 3 часа 24 минуты. Сегодня было такое ощущение, как будто я немного подзаболеваю. Ночью пришел Амир. С ним все посидели, пока вот он не уехал часов там в 6. Потом я показывал ребятам этот фильм замечательный. Атака зомби. Я его посмотрел впервые на кинофестивале у Андрея Хори, которому я очень благодарен за этот первый фестиваль. Я вот тогда это был, ну, тысяча получается, какой он, 12-й год, да? У меня уже тогда был снят, получается, этот фильм «Павел Царевич любит Екатерину Прекрасную» в 12-м году. И вот я его туда послал, потому что я увидел «Атаку зомби», я такой, ну, у меня же такое, типа, контент, ну, более какой-то сформированный, более качественный, мне показалось. И я послал на свой Павел Царевич, конечно, обожаю этот фильм. Спасибо большое Яне и всем моим друзьям, что мы его сняли. Они меня тогда растормошили. Я после того, как я потратил, ну, много так сил, и у меня кот умер. У меня умер кот. Сейчас мы просто об этом говорили, о смерти котов. С Искандером говорили. Туда буквально я заплатил котом Ларсом за свой фильм. Я не мог никак найти вот эту форму. Буквально у меня тут с собой эти штаны. Я перепутал. И вместо брюк, в которых синих ходил, я утащил со своего курсовика штаны вот этого советского школьника. Они, конечно, маленькие, никого не налазят. Вот они. Вот не мог никак найти костюм для своего персонажа. А персонаж у меня вот Коля Герасимов. В одной из версий он Коля Герасимов, типа в киноверсии он Коля Наумов. Или наоборот, в киноверсии он Герасимов, Наумов. Но это тоже довольно символично, потому что мой отец погиб в день святого Наума. 14 декабря. В общем, вот этот Коля Наумов по книге, он отправляется в будущее на машине, на машине времени, которая находится в какой-то заброшенной комнате. Вот, и там он уговаривает робота, чтобы тот разрешил ему посмотреть на будущее. И там прям песня, хоть глазочком. Это вот про вот этот мой момент сейчас. Я вижу будущее прям очень хорошо. И там все прекрасно. Там вот прям все. Все мои самые смелые мечты, они там. Я могу иметь отношение к настолько великим фильмам, насколько вот я мечтаю. Даже больше наверняка. В чем вообще суть моей жизни? Чего я хочу больше всего на свете? Быть автором великого кино. Вот сейчас снимаю первый такой фильм. Хочу, чтобы все было в хорошем виде, поэтому надо подключить камеру.